Так, друзья, сейчас базарчик пройдемся, кружок. Посмотрим, что за барахлишки у нас тут имеются. Разные одежды, разные шарфики такие, платочки. Даже мебель какая-то есть. Вон, антиквариат. Нет, а алтинкай. Что-то такое. Такой интересный базарчик такой. Айтен, это, наверное, типа магазин, да? Айтен. Нет? Айтен Хусейн, магазин Хусейна, нет? Что это может быть? Да, и магазин. Вот здесь. Тут все турецкое. Сейчас находимся на острове Кипр. Где... А ты видишь где-нибудь цены? Ну там помидоры, огурцы будут. А, то есть здесь лиры уже, да? Здесь не евро идут. Правильно? То есть получается килограмм помидоров здесь стоит 0,5 евро. Я правильно понимаю? Да. А сколько стоит на той стороне стоили помидоры эти килограмм? А вот смотри, вот здесь цены, кажется. Вот здесь, кажется, цены, да? Нет, здесь евро. Нет, вот лир, евро, видишь? А, ну да, 22 лиры написано здесь. Дорого. Ну вот, допустим, грецкий орех есть тут? А, вон. А вот, вот сколько стоит грецкий орех? Дорого. 15 евро? Ничего себе. Ну это очищенные. Притом смотри, как очищенные, красиво. Чисто вот. Чисто в плане вот целые, цельные такие, можно сказать. Да? Потому что такой эксклюзивный бутик. А, это да. О, это точно, ничего так. Себе. Да. Это вообще серьезный. Это вообще серьезно бутик, да, эксклюзивный. А вот не очищенный, 6 евро. Ну, в Греции тоже 6 евро стоит. Да и по всему миру. Если кроме Латвии. Стоит везде почти цена 6-7, от 5 до 7 евро. Единственное, в Латвии стоили, я помню, 3 евро, 4, 3, даже 2 евро были, но они были плохие. Я имею в виду сейчас вот про эти грецкие орехи говорю. Вот. Да, разные такие штуки. Вот оливковое масло вот тоже есть. Просто здесь в этом именно магазинчике, вот видите, вот так все выглядит. Чисто, красиво, аккуратно все. Поэтому, наверное, цены чуть дороже из-за этого. А вот ножей сколько? Ножей тут, ух ты, ничего себе. Ножики. Да, ножики разные. Допустим, вот этот нож стоит 20, да? 20 же там написано? 20 евро стоит. 20 вот такой. Лир? Не, евро, скорее всего. Я не думаю, что здесь вообще лиры, здесь одни евро. Тут там тоже было лиры и евро. Ну такие ножики, они такие левые, не то чтобы левые, но такие, скажем так. Вот, и фрукты. Фрукты есть. Майкл Корс. Вот еще. А, вот эти. Ну этого здесь должно быть валом. Вон, луишка. Только мы вообще на территории турецкую территорию, да. Я сразу увидела магазин там Армани. Ты сразу поняла, что мы находимся в Турции, да? Да. Вон, видишь, Майкл Корс. Да. Красивый? Ну да. Выглядит как настоящий. Да, выглядит как настоящий. Вот это, по крайней мере, выглядит точно как настоящий. Угу. Сколько они стоят, не написано? Написано 35. 35? Кашмир. 16 евро, да? 60 евро, yes? 16, да? 16. Да. 16. First price euro, two pricing here. Ага. 15 евро, окей. А how much this? 35 евро. 35 евро, да? Да. 35 евро? Так. Вот такие вот цены, друзья, видите? Майкл Корс. Майкл Корс или как они? Так. Армани. А вот Армани, пожалуйста, за. Ну, Армани я не видел, что только бриллиант евро. Был посередине. Это, по-моему, уже нововведение. В общем, тут все есть. И гуси, и лебеди, и мех, и Прага,
и армянин, любой бренд. Так, что ж, пойдем дальше. Мы сейчас, друзья, находимся на турецкой территории острова Кипр. Вот это вот мечеть. Самое главное тут мечеть. Вот как бы мы в центре, получается, находимся. Видите, здесь такие улицы. Торговые, скажем так. Да? Торговые. Вот здесь продается разное барахло. В принципе, не барахло, в общем-то, но разные вещи продаются. И детские вот эти вот сумки, разные рюкзачки. Вот, то есть Турция есть Турция, как говорится. О, вкусности, кебабы, разные вкусняшки. Вообще здесь, конечно, поесть стоит дешевле, могу сказать. Мне кажется, даже здесь стоит, вот видите, 3 евро. Айран здесь есть. О, слушай, я думаю, может, айран попить. Ты не голодная? Я вот тоже не голодный, но пока мы, когда мы отсюда выйдем, уже будем голодными. Я думал, они на меня нападать сейчас будут, эти сумасшедшие женщины. Итальянские женщины, думал, сейчас меня съедят. Разорвут на части. Вот здесь, видите, тоже валом этих сумок вот по таким вот ценам. Примерные цены, они тут одинаковые. Я думаю, на ту сторону пойдем. Вон туда вот. Дальше, сейчас этого пропустим. Да, здесь валом этих сумок вообще, валом просто. Сумки. Я думаю, что обувь тоже вот в таком же стиле. Хотя обувь какая-то вообще левая у них. А может быть, я ошибаюсь. Ну так, видишь, и обувь, и сумки. Все есть. Так что вот так вот, друзья. Кто-то носит брендовые вещи, а кто-то может себе носить все то же самое. Только, конечно, естественно, на самом деле не то же самое. Это... можно понять, когда одеваешь вещь. Но для некоторых это никакого значения не имеет, поэтому за 35 евро можно взять то, что стоит 350 евро, к примеру. Так, грубо, если брать. А вот это вы не видели, эту крепость? Какую? Вот эту мы не видели, кстати. Ага. Здесь площадь какая-то, да. Тоже, наверное, или музей. Что-то с музеем связано. Давай подойдем. Посмотрим, что у нас. Туру. Туру. Посмотри, вот эта штука какая прикольная. Это что такое? Это же как пресс какой-то, смотри. Культурный центр, да? Здесь, я так понимаю, самых некультурных сюда сажали и так чик-чик-чик закручивали и зажимали ему мозг, чтобы он оккультуривался. О! Слушай, как здесь красиво. Вообще классно. Мне это, знаешь, что напомнило? Помнишь, в Румынии, когда мы были? Там такой двор был, да? Точно так же он был сделан, вот такие отель был. А, очень интересно сделано. Видать, в старые добрые времена здесь какой-то этот жил. Король королевский заседал, это его двор был. Там кто-то там ходил, тут сувенирный, тут какой-то такой и ресторан. Все. Рестораны, да? И, наверное, здесь дороже, чем, да? Примерно, естественно, чем там. Да, вот, допустим, здесь, друзья, если есть, к примеру, да, то будет, ну, в полтора раза, может быть, тоже, наверное, будет. Но в любом случае дороже будет, чем вот где мы сейчас проходили, чем там есть, то есть вот в таких местах. И также по набережной, конечно. На набережной всегда дороже, около моря, рядом, ну, на пляже.
То есть это как бы такое естественное явление. Хотя иногда, очень в редких случаях, бывает, что цены одинаковые, но это очень редко. И что там? Давай. Давай. Вот такого супа нет. Я хочу такой турецкий суп, вот этот эзюгелин, который он такой вкусный. Как называется? Эзюгелин. Эзюгелин? Нет, я хотела вот там вот. Давай. Так, друзья, пока выключаюсь, не наступил в лужу. Вот, попозже на связь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на острове Кипр, на турецкой стороне. Город называется... Как город у нас? Никосия.